Друзья, всем привет! Это видео-подкаст о том, как получать потенциальных клиентов, а затем и уже реальных клиентов с помощью такого источника привлечения клиентов, как ваши друзья и знакомые. Я начинал свой бизнес, и мультифинанс начался именно с этого источника клиентов, потому что у нас не было денег на то, чтобы вложить в рекламу, в Google AdWords или там в директ рекламу. У нас просто не было никаких денег, мы начинали бизнес только на энтузиазме, и у нас было единственное конкурентное преимущество, а может быть не конкурентное преимущество, а просто у нас было много друзей. И все, что мы придумали, это позвонить каждому другу и спросить, есть ли у этого друга машина, если она есть, то когда заканчивается полис ОСАГО и когда и страхует ли он по КАСКО, и если страхует по КАСКО, когда заканчивается КАСКО. Но наши друзья еще к тому моменту не все имели машины, но у каждого друга и был или старший брат, или там старшая сестра, или родители, у которых были машины и так далее. Поэтому первые звонки мы делали нашим друзьям и спрашивали у них, но потом мы дошли до того, что звоня друзьям, мы спрашивали не только, есть ли у них машины, но мы также спрашивали, есть ли машины и у их родственников, у хороших друзей и так далее, и так далее. То есть мы вербовали наших друзей, вовлекали их в том, чтобы они стали нашими источниками рекламы, так и как бы сарафанным радио нашим стали, нашими агентами, рекламными агентами. И во многих случаях у нас начало это получаться, поэтому всем моим друзьям, которые помогали мне на начале бизнеса, я большой привет передаю и выражаю большую благодарность. И думаю, что с вашим бизнесом будет именно то же самое. Это суперский, самый интересный и самый низкозатратный, но очень эффективный инструмент именно в автостраховании – это привлечение клиентов по рекомендации друзей. Что здесь основное, что здесь важное? Во-первых, ваши друзья должны точно поверить вам, что это не какое-то хобби, что это не какой-то прикол, что это не ваше какое-то сегодняшнее настроение, а что вы действительно стали финансовым экспертом, что вы действительно стали заниматься страхованием, это всерьез и надолго, и вы уже знаете какую-то информацию, причем достаточно существенную, достаточно важную, которую не знает ваш друг. То есть вы для него становитесь таким неким гуру в страховании. Поэтому этот миф нужно вам создать. Опять же, каким образом? То есть вы можете делать посты в социальных сетях с видеообращением к вашим друзьям, в котором вы скажете, я занялся страхованием. И для них это будет серьезное намерение. Но самым влиятельным это будет, естественно, звонок. Поэтому вам нужно составить список всех ваших друзей, взять вашу записную книжку, старых коллег, старых друзей, которым вы давно не звонили, друзей по университету и так далее, и так далее. И набрать им, и позвонить, и сказать, что да, вот вы занимаетесь страхованием, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как примерно состоит этот звонок? Смотрите, многие люди, когда вы им давно не звоните, а потом в какой-то момент почему-то вы им позвонили, они сразу немножко напрягаются. Почему? Потому что они думают, что, скорее всего, вы звоните занять у них денег или еще что-то. Да? Ну, почему так? Вот вы не звонили, а вдруг сейчас позвонили. Поэтому не надо придумывать и начинать разговор: «О, привет, там, как дела?» и так далее. И человек не будет рассказывать вам реально, как дела, потому что он будет все время бояться, когда же вы задаете этот вопрос. Да, это и тем друзьям, которым вы давно не звонили и знаком. Когда же вы зададите этот вопрос, не хочешь ли там у меня купить какую-нибудь сектантскую штуку, да, чего люди боятся, что там какой-нибудь Гербалайф начнете предлагать, или начнете кредит в долг просить. Поэтому вы, когда звоните, вы прямо сразу звоните и говорите: «Серега, привет,
блин, прости меня, я такой негодяй, столько тебе хотел позвонить, и все никак тебе не мог позвонить, но сейчас я звоню тебе по бизнесу, да, ну и заодно узнать, как у тебя дела. То есть смысл такой, что вы сразу снимаете этот вопрос, вот эту напряженность, да, которую человек думает, если он мне не звонил два последних года, и тут вдруг позвонил, что он хочет. То есть вы снимаете вопрос, вы сразу говорите, я звоню по поводу бизнеса, и, соответственно, по поводу узнать, как дела. Здесь будете смотреть, с каким человеком лучше поговорить о делах, то есть сделать такой маленький небольшой смолток. Лучше говорить смолток, да, сначала начать. Как дела? Видел, у тебя там дочка родилась, блин, поздравляю. Я такой, конечно, засранец. Надо было позвонить, но видел в социальных сетях и там лайк тебе поставил, но надо было позвонить, прости. Но вот сейчас отличный повод, я начал заниматься страхованием и соответственно, звоню тебе для того, чтобы узнать, когда у тебя заканчивается полис КАСКО или ОСАГО. Ну, вообще у тебя машина есть? Сергей говорит, да, ну нет, у меня машины нет. Ты говоришь, а у мамы, у родителей есть? Он говорит, да, у родителей есть. А слушай, а когда у них ОСАГО заканчивается, ты можешь узнать? И человек говорит, да, я там уточню. И все, и дальше ты продолжаешь уже, и вы продолжаете общаться с вашим другом и по делам. Заодно это классная штука для того, чтобы друзьям позвонить, потому что действительно так и есть. Друзьям надо звонить и поддерживать отношения. Ну и вы начнете... И вы начнете разговаривать по бизнесу. Какой еще здесь момент? Не факт, что именно одним звонком вы все решите, вам сразу даст этот человек отчет, он вам все точно скажет и так далее. То есть другу можно позвонить несколько раз. Это не клиент. Да, это не клиент, он не скажет вам друг, слушай, идите нафиг и больше мне никогда не звонить. Да, это ваш друг, и в конечном итоге, если вы будете ему звонить, то он не будет против, потому что, ну, если у вас искренние тоже намерения, потому что вы тоже действительно интересуетесь, как у него дела, и интересуетесь. И как это, кстати, можно доказать? Потому что вы можете сказать таким образом, что... Чем я тебе могу помочь тоже? То есть, и вот ты по страхованию просишь его помочь. То есть вы, вот, например, звоните Сергею и просите Сергея вам помочь найти тех людей, у которых есть машина, и там родственники, знакомые и так далее, чтобы Сергей вас им порекомендовал. Но в то же время вы можете предсказать, пока, ну, сказать свою помощь, то есть можешь сказать, Сергей, а чем ты сейчас занимаешься, каким ты бизнесом занимаешься, чем я могу тебе помочь, может быть, каких-то клиентов, у меня есть знакомые, друзья, я как раз тут сейчас всем звоню, и может быть, что-то тебе, каких-то клиентов подгоню. То есть тут начинается интересный обмен, да, то есть человек понимает, ага, сейчас я Кириллу дам контакт своей там сестры или своей мамы, а он мне найдет на мой бизнес там клиента по строительству, мне еще кого-то найдет. И здесь начинаются уже такие настоящие деловые отношения, и, во-первых, у вас дружеские отношения, и еще раз, не то что обновляются, у вас контакт с другом новый появляется, и вы еще можете разговаривать по бизнесу, и понятно, что вам с друзьями не нужно создавать, это вам не нужно создавать доверие, оно и так уже у вас есть. Да? То есть, если вы где-то в другом моменте проявились перед своими друзьями, то вы человек, которому можно доверять. Другой вопрос, можно ли вам доверять как финансовому эксперту в области страхования? Вот здесь, конечно, вам нужно будет доказать. Можете сказать, что прошел сейчас мега крутой тренинг, строю свою компанию, все серьезно, поэтому, друг, помогай, без тебя никак. И все, и люди вовлекутся, им интересно, потому что очень у мало количества людей есть друзья-бизнесмены. Если такие друзья появляются, то они им начинают помогать. Это факт. Ну, так оно есть, да, потому что все где-то в глубине, многие в глубине души тоже хотят стать бизнесменом. И видя, как вы там пытаетесь развивать свой бизнес, они тоже будут за вами так наблюдать. И еще поэтому, по этой причине они будут вам помогать. Поэтому... спокойно звоните своим друзьям, скрипт мы вам четкий дадим, вы можете его им воспользоваться и звонить просто по этому скрипту, и все будет работать. Единственная задача — это прозвонить максимальное количество друзей, минимальное количество машин, которые вам нужно собрать в течение следующего года, которые вы можете застраховать, это 10 штук.
То есть 10 людей должны ваших друзей либо сами сказать, когда у них заканчивается машина, когда у них заканчивается страхование по ОСАГО и либо по КАСКО, либо они скажут, когда заканчивается полис ОСАГО или КАСКО у их родственников, друзей и так далее. Это мега крутой инструмент, им обязательно нужно воспользоваться, если вы хотите развивать свой бизнес. Для вас никаких не должно быть преград, то чтобы взять телефон и позвонить. Я понимаю, что первые или два, три, четыре звонка может какой-то мандраж быть, но это ваши друзья, поэтому все будет хорошо, они будут только счастливы и рады вашему звонку. Меня зовут Кирилл Рыбасов, удачи, счастливо!